свершился. И что? Красные и синие таблеточки перестали действовать. Но пока мы с вами здесь танцуем, пока мы живем, в недрах нашей матрицы вырастают новые участники, новые команды. И сейчас у нас будет замечательный блок тех, кто впервые на нашем фестивале. Эти команды будут впервые выступать на фестивале «Эйдон». Однако это совсем не значит, что они менее яркие или менее крутые, чем те, кто выступали сегодня до них. Наоборот, это может быть большой сюрприз. Это сверхновый. Ну что ж,